Все еще, еще, еще. Ну, кушай лавандочку. Обрезала последние кусочки от этого растения. И Шиша его с удовольствием ест. Не кормят вообще зверя. Зверик наш грустненький, что-то сидел, сидел. Надюха его хотела схватить, а он, как она говорит, лунной походкой убежал. Да? Ну ешь, ешь. Вот такая вкусная лавандочка. Кушай, кушай. Ой, жесткая, нет? И одной лапкой держит. Левша, что ли? Точно, левша. Хрустит, хрустит. Кушай, кушай. Это полезно. Видишь, как папа вкусно? Ага. Целое состояние заплатила летом. Это уже отцвело и засохло что-то. Никак я не... Ну-ка, не роняй вкусняшку. Молодец.